Итак, мой хорс за 150 набегал 263. Надо же провести небольшое ТО. Потому что цепь должна быть в провисшем состоянии 1-2 сантиметра. У меня ну где-то 2 и есть, но надо уже подтягивать. Для того, чтобы подтянуть цепь, нам нужно два ключа. На 17 и на 13. Сначала ослабляется вот эта гайка, потом контргайка и производится затяжка. На этой стороне также. Здесь даже почему-то ключ другой. Ха, там на 17, а тут надо думать на 19. Ну, сейчас буду делать. Да, со второй стороны нужен на 19 ключик. Так это и делается. Берется. Так, как внутри губа правильно. Ослабляется гайка. Надо прокручиваться. Значит, надо еще держать с той стороны. И с той стороны не гайка, а это вал. Поэтому мы открутили на 19, придерживая вот эту гайку. Опустили теперь ключиком на 13. Ослабляем здесь контргайку. И дальше будем вот этим винтом, вот этим вот, подтягивать цепь по меткам. После того, как мы совместили метки, вот они снизу у меня здесь вторая. Вон ее видно, не видно, но тут вторая. И тут я по нижней планке смотрю, они сверху и снизу тоже вторая. Я гайку зажал, не забыть законтрить вот эту. Вот эту тоже законтрить ключиком. Тут зажато хорошо. Ну и тормоза проверить. Все, гайки зажали, проверяем контрольный люфт цепи. Ну вот он, сантиметр, может чуть побольше. Зажато, законтрено. Все. Так, ну все, цепь натянута, контри законтрены гайки. Проверим тормоза и можно ехать. Раскручиваем провода, нажимаем на педальку. Оп. Есть. Ход совсем небольшой, так что запаса тут хватит. Все. Можно ехать. Вот и все, набегали 301 километр даже. Теперь меняем масло, вытаскиваем щуп, как всегда. Выкручиваем нижний болт, вот этот вот, с магнитом даже, магнитится к железяке, так интересно. Потом откручиваем вот эту и снимаем фильтр, вот он, я его выкрутил. Так, тут у нас пружина и это самый фильтр. Глубже надо вынимать. Сейчас буду извлекать. Ну вот, фильтр извлек. Грязноватый он, как видно. Вот. Такой. Надо его помыть. Бензинчика можно взять прямо с мотоцикла. У нас тут есть слив отстоя. Откручивается вот этот болтик. Вот, закапал. Отстойчик как раз и сольется чуть-чуть. Оп. И кидаем его сюда, пусть помоется, потом надо просушить. Так, вот фильтр у нас просох. Вот так он вставляется, на него пружинка потом зажимается. Вот на эту инструкцию не смотреть, потому что тут сначала пружина, потом фильтр наоборот, потом какое-то кольцо, которое вот оно тут прямо. Это все не то. Вставляется он вот так вот, вот. Пружину протушенной туда. А потом
закручивается крышка. Собственно, как он и стоял. Масло надо хорошо еще покачать мотоцикл, чтобы оно слилось полностью. Тогда будет все четко. Ну и все операции в обратном порядке. Так как в инструкции написано неправильно, на всякий случай повторим установку. Фильтр ставится вот так. Туда. Вот пружина его прижимает. Затем уплотнительное кольцо. Вот так. Вот таким макаром он идет вот сюда. Вот так вот. Вот так вот. А то нарисовали для китайцев. Так, фильтр установлен. Зажат нижний болт. Масло вот сюда тоже зажат. Доливаем 900 миллилитров масла вот сюда через воронку. Щуп там открыт. Пока все. Ну вот мотоцикл поработал, проверяем масло. Как раз тут середина. Можно капельку долить, чтобы не возиться с этим, можно прямо в щуп долить, да и все. Так вот, накручиваем щуп. Вставляем сюда лейку и никаких проблем. Так, ну все, масло залито, гайки все закручены. Надо завести, посмотреть, будет ли капать или не будет. Должен по тахометру полтора, он немножко холодный. Хотя яркое солнце греет хорошо. Даем поработать пару минут, потом проверяем масло. Уровень по окошечку, по вот этому. Сейчас оно пустое, когда работает, а когда остановится, масло туда стекет и будет видно. Гайка зажата, нижняя зажата, щуп на месте. Все нормально, можно продолжать пробег.